В автомагазин за запчастями, скорее всего, придется заехать иркутским водителям, которые сегодня оказались в водной ловушке. Она образовалась возле автовокзала. Невезучие автомобилисты попали в объективы фотоаппаратов сразу нескольких человек, в том числе и нашего народного корреспондента. Сегодня утром я ехала на работу, увидела, что машина стоит на аварийке. Там провалилась она в луже на гравийном участке, так скажем, там ремонт был. И, как выяснилось, уже еще одна машина там провалилась, но сейчас уже все исправили, засыпали и огородили это место. И действительно, в оперативном порядке на дороге появились предупреждающие знаки. Как отметили в городской администрации, уже завтра аварийный кусок заасфальтируют. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных.